Ученики 44-й школы станицы Сиверской в этом учебном году ждут обеденного перерыва с особенным нетерпением. Ведь в их столовой провели долгожданный ремонт. Пищеблок построен в 70-х годах прошлого века и уже давно требовал обновления. Я очень рада, что такой прошел ремонт в школе, в нашей. Вот. По сравнению с тем, что было, это, конечно, очень все хорошо, все красиво, все у нас оформлено, все чистенько. Вот. Новая посуда, новые у нас и плиты. Вот. Конечно, приятно готовить на таком оборудовании. Подрядчик выполнил все работы качественно и в срок. В здании заменили проводку, водоотведение, привели в порядок стены и обновили мебель. Районный депутат Денис Бирюков подарил школе новые стулья. На кухню закупили современное оборудование. Теперь, кроме блюд из краевого меню, в буфете можно приобрести свежую выпечку. Дети улучшения оценили по достоинству. Конечно, стали лучше, потому что способ приготовления стал другой. Теперь мы с новыми шкафами, все в шкафах, все, и котлетка уже на котлетку похожа. Столовая рассчитана на 50 мест. Есть в школе и пищеблок побольше, на 90 мест. Он предназначен для питания учеников младших классов. Здесь также прошли ремонтные работы. В помещении поменяли освещение, уложили новую плитку, а на входе установили раковины.